Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Ирина Левченко, и это видео будет полезно для владельцев бизнес-аккаунтов в социальном агрегаторе бок о бок. Итак, если вдруг, ну даже не вдруг, а скорее всего к вам придет точно подобного плана информационное сообщение, как вот пришло мне, самое верхнее. Открываем его. И там написано: заказ, номер заказа, новая заявка товара. Это означает, что на ваш товар пришла заявка, либо на вашу услугу. В общем, те услуги, товары, которые вы предоставляете, значит, кто-то решил их заказать. Что же теперь делать? Что делать дальше? Уже человек подал заявку. Какие действия от вас? Они очень простые и элементарные. Все ваши действия по поводу бизнес-аккаунта вы производите во вкладке «Мой бизнес». Поэтому заходим обязательно в «Мой бизнес». Первая графа у нас, как обычно, то есть ваши товары и услуги, а где же увидеть заявку? И многие не знают, и сразу возникали проблемы. Так вот, здесь есть еще вторая кнопочка «Мои заказы». Это не то, что вы заказываете, а то, что вам заказывают. Смело нажимайте эту кнопку. И вот здесь вы уже видите, что пришла новая заявка на ваш товар либо услугу. Вы можете открыть. То есть, какие есть функции теперь? Вы можете открыть наименование этого товара или услуги. Вы можете сразу подтвердить, вы можете отменить заявку, вы можете посмотреть покупателя, и вы можете посмотреть полностью информацию, которая есть по этому заказу. Пример, давайте информация. Вот, написано имя, кто заказывает, так? Полностью можете ознакомиться. И а покупатель, как же самое, будет видно, кто хочет купить этот товар, либо эту услугу. Если вы соглашаетесь на эту сделку, то вы смело нажимаете кнопку «Подтвердить». Ну, думаю, все это будут делать с радостью. «Подтвердить заказ» снова. Вас переспрашиваю. Да, нажимаем «Подтвердить». Все, наличие товара подтверждено, пользователь получил об этом уведомление, и теперь сможет оплатить ему. Вот, то есть, видите, у вас уже опустилось вниз, да, что статус уже стоит «Ожидание оплаты». До этого был статус «Ожидал подтверждения наличия». Теперь уже следующее действие от покупателя. Как покупатель его оплатит, я покажу, что будет дальше. Какие ваши дальнейшие действия. Пока ждем реакции от покупателя. Итак, друзья, мы получили новое информационное сообщение о том, что пользователь оплатил товар. И сумма оплаты записана. То есть теперь мы переходим снова во вкладку «Мой бизнес». Все, что мы производим с нашим бизнесом, все действия, это во вкладке «Мой бизнес». «Мои заказы». Смотрим, как же изменился наш заказ. Теперь у него установлен статус «Оплачен, ожидается доставка». То есть, как вам узнать, куда отправлять товар, либо услугу, как связаться с покупателем? Есть первая, это информация, вы уже смотрели. Значит, есть графа пожелания к заказу. И обычно здесь все покупатели оставляют, куда нужно отправлять заказ. То есть реквизиты новой почты. Свой номер телефона, фамилия, имя, отчество на того человека и номер телефона того человека, на кого будет отправляться посылка. Если здесь пусто, а вам нужно отправить именно товар, то вы обращаетесь к покупателю, нажимаете на покупатель и уже с ним уточняете все нюансы, потому что, может быть, просто забыли. Итак, если вы уже отправили товар, это такие нюансы, в принципе, которые вы решаете именно с покупателем, а именно в графе «Мой бизнес» вы нажимаете, что товар отправлен для того, чтобы покупатель при получении мог подтвердить его, и тогда к вам зачислятся денежки на активные бонусы. Итак, вы подтверждаете, что отправили товар покупателю? Подтверждаем. Все, статус отправлен, ожидает подтверждения. Теперь продавец должен будет подтвердить, что он его уже получил. Чтобы дальше, конечно, это следующий шаг. Мы его с вами пройдем.
И вот, друзья, по нашему заказу под номером 17783 пришло новое информационное сообщение, в котором оповещается, что пользователь подтвердил получение товара. И на ваш баланс зачислено 1,2 бонус-поинта. С чем я вас и поздравляю. Если вам пришло такое сообщение, это означает, что в ваших активных бонусах добавили бонус-поинты. Ваш покупатель получил кэшбэк, значит, он доволен покупкой, все классно. Вы довольны тем, что вы совершили сделку, удачную сделку. С этим я вас поздравляю. Поэтому не бойтесь совершать покупки, не бойтесь продавать, добавляйте свои товары, наполняйте наш ассортимент в соцагрегаторе бок о бок, и все у нас будет очень классно. С вами была Ирина Левченко, подписывайтесь на мой канал, если вам полезны все мои видео и все подсказочки, либо новые интересные вещи, будет еще, конечно, интереснее. Всем пока, до новых встреч!